Приветствую вас, друзья мои! Мастер-класс «Змей» продолжается. Сегодня поговорим немножко про ложку дегтя. Вот вы начали использовать технику «Змей» и ждете результат. А его все нет и нет. Что мешает нам получить так нужный нам результат? Одно из самых важных в помехах – это неверие. Прочитали мою методику, посмотрели ролики, вроде бы понравилось все. Думаете, давайте-ка я попробую, а вот получится что. А если и не получится, то уверую прочно, что все это чистая фигня. Ребят, вот с такими мыслями лучше не приступать к действию. Точно ничего не получится. Когда я начинаю использовать технику магических дверей, у меня нет сомнений в том, что они не работают. Я просто знаю, что они работают. Эта мысль прочно сидит внутри меня, не давая и малейшей доли сомнения нарушать ход моих мыслей. В вашей картине мира тоже не должно быть трещины и изъянов, чтобы нужное нам для реализации планов энергии не уходило в пустоту. Вы, наверное, не раз слышали такую фразу «мысли материальны». Особенно это важно для таких людей, как я, в чьем доме судьбы в карте рождения Цимень находится главный дух Джифу. Про таких людей говорят «бойтесь своих желаний». То есть, если я чего-то очень сильно не хочу, то это тоже сбывается. Возможно, и вы относитесь к такой категории людей, поэтому старайтесь думать позитивно. В свое время технику Цимень использовали в Китае военные, чтобы правильно выбрать направление для атаки. Таким образом, с помощью Цимень они выигрывали сражения. Сегодня эту методику можете использовать и вы, в том числе себе на благо. А практика укрепляет нашу веру, помогая прийти к нужному результату. Верьте в себя, и пусть в вашей жизни случатся приятные перемены. До новых встреч! Пока-пока!